Наш специальный корреспондент Фуат Байрамов продолжает находиться в Гянджи. Второй по величине город страны подвергся ракетному и артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных сил Армении. Вчера в 9 часов вечера вооруженные силы Армении попытались совершить очередную военную провокацию, обстреляв мирный город Гянджа из тяжелой артиллерии. Но национальная армия, приняв решительные меры, смогла защитить город, и ни один из мирных жителей не пострадал. Наша съемочная группа поговорила с мирными жителями города и узнали их мнение по поводу сложившейся ситуации. Здравствуйте. Несмотря на то, что Гянджа сейчас находится под обстрелом Армении, все держатся крепко за слово президента. Карабах – это Азербайджан. Никто никуда не торопится, никто никуда не уйдет. Мы народ мудрый, наш народ ничего не боится. И, наверное, мы надеемся, надеемся на то, что победим мы, победа за нами. Я хотел бы отметить, что наша съемочная группа постоянно меняет локации, едет в мирные города, которые находятся в данный момент под обстрелом вооруженных сил Армении. Данная атмосфера, подобная атмосфера царит в каждом из городов.